Восхитительный старт троллера. Судя по отрыву, у него есть все шансы на победу. Мне кажется, все очевидно. Дмитрий просто издевается и проявит себя на последнем круге. Может произойти все, что угодно. Черт возьми, это свадьба! Какой идиот мог привести свадьбу в Мариинский парк? Нет, это невыносимо, они идут прямо по треку. Им повезло, что Андрей умеет делать той пистолет. Это самое яркое фото, которое они могли бы тут сделать. Ребят, мне кажется, все было честно. Очевидно, в этой гонке побеждает роллер. Узнаем, как это было. Не очень доволен, но было все честно, просто это первая гонка все еще впереди. Скажи, где было твое самое слабое место на трассе? На поворотах, на вот этих улитках. Они просто бесят меня. Проходила свадьба. Невеста и жених, тебе это помешало во время гонки или нет? Ну, как говорится, совет да любовь. Мне это не помешало, возможно, Дмитрию помешало, поэтому он и проиграл. Вот. Но я маневренный чувак, поэтому смог проскочить между их ногами, и все хорошо. Следующий раунд. Проверка на маневренность. У нас все честно, поэтому длина трассы будет зависеть от длины колесной базы. По-моему, все очевидно, но давайте проверим, не сбил ли роллер конусы. Роллер занял уверенную позицию. Позицию лидера. И снова победил в заезде. Посмотрим, что же будет дальше в специальной длинной гонке. Ступеньки. Плитка. Плитка. Ступеньки. Место финиша. Роллер закрывает проезд. Теперь у них серьезное препятствие. Предгоночный трикинг, и мы начинаем. Я не могу поверить, зачем роллер дал ему фору. Печальное зрелище. Кто же выиграет? Кто же? Кто же это будет? Он точно что-то замышляет. Сейчас мы увидим это. Нет, это провал. Десяточку. Сегодня они хорошо показали себя, но у нас осталась еще одна честная гонка. Соперник был, конечно, очень сильный. Маневренность доски не на такой высоте, как я думал вначале. Мне кажется, это удачный формат соревнований. Хотелось бы посмотреть на другие дисциплины. Ребят, я очень счастлив, что мне попался такой крутой соперник. Лонгборды имеют свое право на существование. Я считаю, что роликовые коньки и скейтборд — это четенькое. Покупайте все себе. И то, и то. В следующем состязании вы увидите совершенно новые испытания. До встречи в битве колес! Как ты думаешь, кто круче, ролики или скейтборд? Ролики. Потому что ты на них катаешься? Нет. А почему? Потому что Андрей Телегин лучше всех.
Андрей Телегин знает все роллеры. Ты пару раз делал слайды на поворотах. Тебе это помогло удержаться на этой трассе? Как говорится, лучше пусть стираются колеса, чем пукан. Поэтому, да, это мне помогло.